окончания соревнований. Но сегодня мы делаем исключение из правил. Специальная награда в честь 80-летия медиагруппы «Россия сегодня» достается каждому экипажу, показавшему 8-й результат на первом этапе гонки. Эта цифра взята не просто так. Длина маршрута равна 80 километрам, что символично в юбилей одного из крупнейших средств массовой информации мира –